ученик 8 класса школы-интернат номер 3 города Саратова. Я хочу вам представить стихотворение Юлии Друниной «Комбат». Когда, забыв присягу, повернули в бою два автоматчика назад, догнали их две маленькие пули, всегда стрелял без промаха комбат. Упали парни, ткнувшись в землю грудью, а он, шатаясь, побежал вперед. За этих двух его лишь тот осудит, кто никогда не шел на пулемет. Потом землянки полкового штаба, бумаги молча взяв у старшины, писал комбат двум бедным русским бабам, что смертью храбрых пали их сыны. И сотни раз письмо читала людям в глухой деревне плачущая мать. За эту ложь комбата кто осудит? Никто его не смеет осуждать.